Решали, что делать с мусором. В областной думе обсудили вопрос, связанный с вывозом бытовых отходов. Дело в том, что многие жители области жалуются на то, что коммунальщики не вывозят с контейнерных площадок спиленные ветки, деревьев и листву. Особенно актуальна эта проблема для частного сектора. Долгое время региональный оператор утверждал, что спиленные растения не являются твердыми бытовыми отходами, а значит, вывозить их не входит в обязанности коммунальщиков. Напомню, в начале осени спор сначала разгорелся на муниципальном уровне, а теперь дошел до региональной власти и депутатов. Они предложили внести изменения в работу регоператора уже в ближайшее время. Спустя нескольких совещаний, которые мы провели на базе областной думы, на базе партии «Единая Россия», есть договоренность, что мусор будет вывозиться полностью, вне зависимости, это бытовой или растительный, или технический какой-то мусор. Сегодня на слушаниях мы услышали заверение, это и министерство, и рекоператора, поэтому считаем, что это определенная победа, а победа депутатов партии «Единой России». По словам народных избранников, они также намерены решить вопрос с тарифами на вывоз мусора. По их мнению, в нашем регионе цены на услуги сильно завышены.